как мужчине найти не такусю. Современному мужчине и парню важно помнить, что сейчас большинство отношений нестабильны и непрактичны. Мужчин, которые строят счастливую семью и действительно счастливы в браке, единицы. Если говорить без лукавства, то многие женатые мужчины надевают маску счастливого семьянина и терпят своих жен лишь потому, что у них есть дети. Исходя из этих реалий, мужчине не стоит особо рассчитывать на то, что ты встретишь одну и ту самую на всю жизнь. Привлекательную, умную, хозяйственную и верную. Найти женщину, которая никогда не уйдет от тебя и пойдет за тобой в огонь и в воду в современном мире, это крайне маловероятное событие, в целом практически возможное. Но шансы ниже, чем выиграть в лотерею. Найти женщину, которая будет воспринимать тебя как равноправного партнера в сегодняшних реалиях, невозможно. Для современной женщины мужчина – это ее личный раб. В начале отношений она наденет маску не такой, как все. Но иллюзия того, что ты нашел не такую, развеется в течение 3 лет совместной жизни. Если ты хочешь семью, то знай, что шансы построить счастливую семью в современном мире мизерные. Для этого девушка должна быть как минимум из полноценной патриархальной семьи. А на этом этапе уже 95% отсеются.